Ну что, погнали трогать шум. В контроле толпы ваша цель выжить. Удачи. Ага. Оки-доки. Это какая-то знакомая зона. На самом деле. Нам просто нужно отразить какое-то количество волн. Видимо. Тут опять эти майнеры есть. Хотя это не то дополнение. Но это, видимо, просто такая аренка, где можно пофармить источник. Хотя я не уверен, что он фармится у меня сейчас. Так, блин, я ненавижу невидимых врагов. Ау. Так, тихо. Я там вроде щит делал. Не знаю, насколько он сработал. Ну, щитом надо активнее пользоваться, потому что он все-таки полезен. Пока что не так сложно. Хотя, походу, это будет долго. Но учитывая, как мало полосочек там продвинулось. Вот где? А. Он. Это сколько тут волн получается будет? 8. Блин, там жирный наверху. Может, тихо. Не. Просто... По максимуму его взрывчаткой накидали. Ой! Не надо. Не. Ну, щит на самом деле неплохо так-то ранит. Не. Наполовину хп. Причем мы можем восстанавливать энергию, пока мы в щите, так что... Вполне неплохой вариант, чтобы раскидывать толпы врагов. Ну. Ау. Скинул он мне щит, пока я стоял, ждал, пока энергия восстановится. Ну, хватит уворачиваться. Он, по-моему, увернулся сейчас в мою ракету прям. Ты под горячую руку попал. Я вообще хотел левитирующего чувака убить. Так, ты кто? Бам. Ну, я проникся любовью к топтанию. Раньше я его как-то не ценил вообще. Но оно и для мобильности прикольно, и для нанесения урона, в принципе, тоже. Чё, мне дают передышку? Да не нужна мне передышка. Чё тут горит, не горит? Интересно, интересно. Так, ну и чё? Там у меня где-то недобиток какой-то остался, что ли? Или что? Стекла. Хватит. А. Ну и что? Что произошло? О, господи. Ты
тупой. Спрятался, хрен пойми где. Все скрипты мне поломал. Бесит меня, что с одного они не убиваются. Кто там? Ну, возможно, это сделано для того, чтобы я их мог захватывать массово, но меня это больше бесит. Я как будто реально, мне не просто урона не хватает, как будто реально специально они не умирают. Здорово, чё сидим? Бам. Блин, меня бесит, что когда у них восстанавливается щит, им вообще получается урона не нанести. Они вообще его не получают, даже не замедляется эта регенерация щита. Да... Пять. Вот просто у него миллиписечка хп остается, он начинает регенерировать щит, и все, он неуязвим в это время. Не. Не надо было так делать. Ничему меня жизнь не учит. Ау. Кто? Не надо. Все кнопки понажимал. Что-то сработало. Давай умер уже. Ну, ракеты на меня тоже... В мою пользу тоже работают вражеские ракеты. Так, а, собственно, сам ракетчик-то где? Опять хрен пойми, где спрятался и... И ломает мне все. Вылезай давай. Он, возможно, меня где-нибудь здесь обошел. Да ё-моё. Просто я не видел, откуда я ракету подсосал. Тут надо было делать такие лабиринты, в которых неписи путаются. Так, еще три волны получается, наверное. Угу. Толстые враги. Я их не люблю. Здорово. Давай я тебя всеми видами своих атак побью. А ты меня нет. Вау! Нормально ты. Блин. Тихо. Быстро-быстро-быстро подсасываем хпшечку. Так, сущность гномиковая, ты где? Ты в первую очередь отлетаешь. Не прячься. Не прячься, кому сказано. Мне, блин, до сих пор эти флешбеки от Тамаси мне ПТСР вызвал. Так, еще две, видимо. Или мне уже кажется, что эта шкала двигается.
Нравится мне, что топтание, оно не слишком вертикальное. То есть я могу достаточно полого полететь. И это прям спасает эту способность от забвения, скажем. Иногда ты просто не долетаешь куда-то, или тебе нужно куда-то быстро переместиться, по горизонтали именно. И вот, спасает. Так. Блин. Джесси, ты можешь слева предметы стакать? Да, ну, с этой. Как она называется? С телекинезом. Так, мне не нравится, какой там орс сзади стоит. Вот ему хоть бы хны на эти взрывы. Стой на месте. Какой-то труп присосал, который вроде не был трупом. Вот этих взрывающихся врагов, в принципе, притягивать норм тема. Наверное, они наносят урон повышенный, чем просто тела. И этих левитирующих врагов на спавне убивать тоже хорошая тема, потому что они не успевают осознать и увернуться. Блин, вот эти два врага, которые вокруг себя вот эту хрень делают, они мои, наверное, самые нелюбимые. Потому что жирные постоянно свои щиты восстанавливают. То есть они половину времени просто неуязвимы. Вот эти еще терпимые. Типа, ничего такого. Долго их бить, конечно, но не так мучительно. О, смотритель кот. Типа босс. Не. Я думаю, этот босс быстро отклеится. I love books. Да, это... Блин, хотел про Кинга прикол сказать, но что-то забыл. Да и этого любителя бокса с одной левой. О! Господи. Какие потрясающие спецэффекты. Не, обертка прикольная. Вот это... Типа автомат, но... Если бы какой-нибудь фильтр еще был. Современные игры такие реалистичные. Реально. А, и... Это конец задания? Видимо, да. Тут еще есть... Шум 2, измененный принт, позволяющий Джесси снова сразиться с уникальными врагами, которых она встречала раньше. О, а вот это прикольно. Лабиринт пепельницы. Типа, я могу сразиться с врагами и посетить одноразовые локации, которые были. Контроль толпы, испытания. Дедлайн. Ну, давайте посмотрим, что такое дедлайн. Контроль толпы уже понятно. Возможно, с этим связаны какие-то ачивки. Я посмотрю. Уничтожить 50 врагов до того, как закончится время. Ага. Каждое убийство добавляет таймер. Ну вот, одну ачивку мы получили. Бам.
Бля. Вот в этом режиме, пожалуйста, не прячьтесь от меня. Окей. Вам не сдобровать. Ну тут не такие все живучие. У меня уже минута накопилась. То есть я убиваю врагов чаще, чем раз в 5 секунд. Не. Ну, этот режим мне пока что больше нравится, пока в меня не прилетает ракета. Не. В тебя прилетает труп. Как тебе такое? Не. Прикольно, что можно выкашивать толпы врагов. Ау, не надо. Так, давайте сначала разберемся с кем-нибудь попроще. Ау. Ничего, ничего. Мы для этого время себе и зарабатывали. Ау. Куда ты там палишь? Больше ниоткуда. Где? Не. Ну, блин, энергия. Энергии на вас нет. Но вот он не менее живучий, чем был. Вроде как. Все закончилось. Ну, время у меня пока что держится на одной минуте, плюс-минус. Ау. Не. Ну, мы почти закончили. Ну, это побыстрее, чем контроль толпы. И повеселее, на самом деле. Хватит. Между нами не должно быть пальбы. Тут еще есть какой-то костюм, который и в трейлере показывали, что-то его прям везде форсили. Не знаю, как он получается. Возможно, тоже какая-нибудь секретка есть. Ну, окей. Потрогали. Если там есть ачивка, я это потом еще прочекаю и сделаю. А пока что хочется разнообразить наше пребывание здесь. Давайте прольем свет на растение. Мы на какое-то растение уже пролили свет. На одно, видимо. На одно растение, на одной локации. Но, к счастью, нам показывают, где это все. И, ну, начнем с покинутых офисов, наверное, по порядку. По порядку я имел в виду порядку того, как мы эти локации открывали, а не того, в каком порядке список написан. Так, ты что такое? Почему ты здесь? Тебя здесь не было, и вас здесь вроде не было. Я уже все забыл. Так, ну нам... О! Нам явно нужно найти прожектор и посветить на какие-то растения. Нужно найти и то, и другое. Это как раз не то место, где Джесси выдала какую-то фразу про... Вот здесь, когда я что-то тут сделал. Я вот еще раз посмотрел этот фрагмент, и мне кажется... Да, здесь стенку можно проломить. Ага.
Тут 4 тайных места в этом DLC. Окей. Угу. Опять куча бесполезных модов. Ну, вроде тут ничего. А, вот растение, кстати. Вот прожектор. Прожектор. И... А, ну, видимо, я на него и посветил. Каким-то образом, хз. И, видимо, с ним уже все ясно. Где остальные? Я тут вроде везде ходил с этим прожектором. И что-то безрезультатно. А, ты? Добро пожаловать в мир живых, да. Дружок. Нужно подождать. Ну да, она что-то такое сказала в прошлый раз. Это не то, куда надо светить. О, вот ты где. Я в это место как раз-таки не зашел в тот раз. И я сюда пошел, вот здесь тьму освободил, а сюда не заглянул. Ну и, видимо, тут, кроме прожекторов и куста ничего нет. Ладно, тогда идем дальше в эксплуатационный коридор. Лампочка. В эту сторону нам. Так, да. Вижу уже кустик, которому нужно помочь. О, еще один. Кажется, здесь это много времени не займет. Если я, конечно, не потрачу следующие полчаса на поиски последнего куста. Я дебил. А, я, конечно, накаркал. Тут, да, легко. Вот оно за углом стоит, но я на это потратил кучу времени, чтобы это понять. Так, и остается у нас погрузочная площадка. Идемте туда. Блин, тут еще с врагами надо будет драться. А может, не надо? Блин, вас не было при первом прохождении. Чего вы тут наспавнились? Тихо. Ну, хватит, хватит. А. Так, я умер и заспавнился здесь второй раз. И врагов нет. Одно растение я уже видел. Осталось прожектор взять. Где-то. Ну, наверное, там. Внутри. Ай. Зачем так делать? Это директор Фейден. Вызывал рейнджера на мое местоположение. Может, нам удастся их проигнорировать? А, вижу прожектор. Это же он. Да. Ну, летим без энергии. Растение, оживай. Окей. О, еще одно. А, и где-то... Вот ты будешь. О, и где-то последнее. Как обычно, сейчас будем... Полчаса искать, но я тебя здесь пока оставлю, чтобы повысить нашу подвижность. Ау. Сейчас, с другой стороны, мы можем не увидеть это растение в каком-нибудь темном углу. Ау. Блин. Я умер, причем я не понял, от чего. Меня что-то очень сильно надамажило, но эту штуку я вроде убил.
после нее спавнится еще куча народу. Костик, Костик, вот ты где. Немного солнечного света для поднятия настроения. Окей. Так, ну, с гриндовыми заданиями мы закончили. Последнее. Надо кого-то назначить ухаживать за этими милашками. Менеджер по благосчастью комнатных растений. Угу. Так это ты. Ты разговаривала с ними. Посвятила. А самый прикол в том, что нам за это вообще ничего не дают по ходу. Типа, да, мне даже способности не дали. Что печально. Давайте попробуем сделать копировальный автомат. Аппарат. Где может быть копировальный аппарат? Аппарат копера в... А, вот он. Опять то же самое. Куда? Покинутые офисы. Ё-моё. Так. Куда мне... А. Так, одно отправлено. Что, я... Не могу из любой точки этого бюро отправить в любую точку бюро письмо? Зачем мне бегать хрен пойми куда? Очень странное задание. Я в технологическом коридоре. Два есть, осталось и одно. В темноте здесь стоит. Ёма почта. Стоит сундучок, который не плутал. У меня нет места, как обычно. Так, смотровая площадка теперь. Мне кажется, я тут даже помню эту пневму почту. Где-то. Хотя, может, это уже иллюзия. Не понял. Смотровая площадка, это... А, о. Можно к любой и подойти. И третья. Ну все, испорченная карма мне не грозит. И проехали. Но как сюда попало первое письмо? Надо отследить отправителя. Окей. Надо в офис вернуться. Можно просто пойти по трубе. Угу. Опа. Ага, так это ты здесь рассылаешь спам? Ну вот это уже интересно. Может быть, я зря поторопился, говоря о том, что... Ну, вот так-то лучше. Нет, не важно. Больше никаких спекуляций на суевериях. Я думал, здесь будет какой-нибудь интересный еще квест после этого. После того, как мы прикоснемся к этому предмету, но... А, да. Так, и крыса-песчанка. Осталось. Там нужно просто найти предмет. Так, а сколько мы уже передали предметов этому чуваку? Потому что, ну, я прочитал, что нужно сделать. Нужно найти 5 предметов для него. И говорится, что 2 в одной лаборатории, 3 в другой. А, господи. Проверим, может, это подойдет. Я уже готова забыть на это. Время как пух, леди. Голова, 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 голова. Не закуска. Голова выше всех в космосе и на Земле. Наверху. Голова наверху. Стоп. Он что, и правда имеет в виду голову? В смысле, часть тела?
И где я ее достану? И как он вообще ее мог потерять? Про шаттл, наверное, он не зря сказал. Или зря? Вот это похоже на что-то главное. Нам нужно вернуться в офис руководителя сектора, вот в самом-самом низу карты. И там что-то сделать. Удалить шума. Понял? Ну, дайте мне уже зайти. Не надо меня убивать. Это от падения урон не получаешь? Я вот получаю. Может, он музыкального автомата. Актуально. Голова. Для головы. Может, это имел в виду пленник? Может, и это. Есть только один способ узнать. Справедливо. Так, где я? Голова! Место для курицы и рыбы. Куда вкуснее? Нажмешь любую кнопку. Значит, вам все это время нужен был шлем. Воструби, услада винограда, венок из лавра. Славься, леди. Да не за что, чего уж там. А вас не Кирклунд здесь запер? Крыса глава? Да. Пиджаки среди нас давно. Но с части и родотья. Золотые рыбки, что поймать, да с чешуей. Хорошо. Ну что ж, видимо, сейчас у вас все нормально, и постарайтесь никуда не уходить, ладно? Желе. По крайней мере, я помогла ему, наверное. Но лучше пусть он будет заперт. Пока непонятно, кто это такой, а проблем от этого существа нам не надо. О, я думал, мы... Увидим его, поговорим с ним. Лунный шаттл? Так и знала. Посадка на Луну была фейком. Зона 51 — это прикрытие. А инопланетяне существуют. Вообще, все это звучит не так безумно, как неделю назад. Да, Джесси, я уже об этом сказал примерно миллион лет назад. Почему ты об этом сказал только сейчас, не очень понятно. Ладно, что... Получается, миссии все. То есть, на этом можно считать, что мы контрол полностью закончили в плане сюжета. Насколько я понимаю, разве что, ну, остались какие-то секретки, возможно, с какими-то секретными катсценами. Это мы еще все посмотрим. Мы еще один эпизод посвятим поиску недостающих предметов. Мы как бы уже получили ачивку. За нахождение их, что мы 80% нашли. Но это какая-то странная ачивка. Не знаю. Вот. Но в любом случае, может быть, там какой-то кривой перевод или что-нибудь такое, но это странно все равно. Но в любом случае мы попробуем, посмотрим, отшлифуем вот дополнение Аве, а после этого будем шлифовать всю остальную игру. Ну, не знаю, в каком формате. Возможно, разделим по каждому этажу, будем зачищать каждый этаж, один эпизод, один этаж, и в итоге все закроем. А может быть, даже к концу января, но это не точно. В общем, еще не прощаюсь. Ищем эти документики.